Bonjour chers amis, regardez s'il vous plaît, je veux me placer ici parce qu'il n'y a pas de soleil. Alors on y va, comme toujours on commence par la première partie, c'est la partie A. Cette partie s'appelle « Répondez aux questions ». Aujourd'hui on va discuter quel sujet en général? Quel est le sujet de notre cours? Pardon? Les jeux de société, les jouets et les grouches. Voilà, ça ce sont des jeux, les jeux de société, mais d'abord pour commencer et pour réviser ce que nous avons déjà appris, nous devons répondre aux questions. On y va, on va regarder toutes les questions. Ici, il y a des questions pour tutoyer, pour vous voyez, la personne avec qui vous travaillez. То есть можно на ты, можно на вы. Вы выбираете, разговариваете с человеком, вы спрашиваете, с вами на вы, на ты. Вот как определитесь, так и будете друг другу задавать вопросы. Alors, la première question, c'est clair. Думаю, что все вопросы, в принципе, понятны. Четвертый вопрос, обратите внимание еще раз. Vous venez souvent au parc. Qu'est-ce que ça veut dire? Какой парк? Этот, потому что «а» плюс «le», «le» определенный артикль, конкретный. То есть это для того, чтобы мы познакомились. Часто ли вы приходите в этот парк? В этот, значит, музеон. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ici? Сочиняет, что вы здесь делаете. Может быть, вы изучаете французский, может быть, вы гуляете, etc. Дальше. Regardez la question 5. Est-ce que vous aimez les parcs? Les parcs à Moscou. Что это значит? Парки. Pourquoi les? Множественное и московские. Обобщение. Обобщение у нас всегда после глагола aimer. Любите ли вы парки в Москве? Разумеется, есть парки, которые абсолютно некрасивые, абсолютно неуютные и вообще не парки, называются парками. Вы их не будете любить. Но после глагола aimer, например, любить, или préférer, предпочитать, или ненавидеть, détester, мы употребляем артикль определенный чаще всего. D'accord? Et c'est pourquoi j'ai mis un article indéfini dans la question numéro 6. Посмотрите, специально, чтобы оппозицию построить, я в шестом вопросе выбрала «de». Это неопределенный артикль множественного числа. Что это значит? Pourquoi pas au jeu, mais à des jeux? Могло бы быть и au jeu, как вид досуга. Любите ли вы играть в такие настольные игры? Но я специально поставила à des jeux. Кто может перевести? В какие-нибудь, вот как в русском. Мы употребляем в какие-нибудь. Можешь назвать? Ну, какие-нибудь. Не просто мне интересует как концепт. А назови. И там дальше идет как раз-таки вопрос. Quel jeu tu aimes? Voilà. И le verbe gagner. Comment on traduit le verbe gagner? Выигрывать. И антоним? Perdre. Voilà. Génial. Maintenant, vous posez ces questions. Начинаем работать вместе. Друг другу вопросы эти задаете. Напишите, пожалуйста, если какие-то вот именно пометки у вас есть, вопросы прям в процессе, потом зададите. Или же Тоню или Наталью подзывайте. Есть кто-то, кто один? Один, без пары. Один человек, еще кто-то? Валя, присаживайтесь туда вверх тогда. А позади вас, вы смотрите, позади вас кто-то сидит. То есть вы уже вдвоем. Алло, ждите кого-то, кто бы вам подошел. Алиси, вы позже до кистью. Вдвоем громко и четко задавайте друг другу вопросы. Bon, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez mieux poser ces questions. Vous allez mieux vous voyez, d'accord? На вы быстренько задаете мне эти вопросы, четко, красиво, я отвечаю. И вы посмотрите именно варианты ответов. Allez-y, la première question. Еще. Comment vous vous appelez? Конечные. Еще раз. Четче. Как вы вас называете? Да, как? Comment vous vous appelez? Еще раз. Je m'appelle Julie. La question 2. Еще раз. Je vais très bien, merci. Ensuite. J'habite à Moscou. J'habite à Kropotkinskaya, c'est pas loin du parc. Ensuite.
Еще раз. Oui, je viens souvent au parc. Je viens deux fois par semaine. Ensuite. Je travaille ici. J'enseigne le français. Enseigner et préparer. Ensuite. Еще раз. J'adore les parcs à Moscou. J'aime le parc Museum parce que j'y travaille. J'aime le parc Gorky parce qu'on peut faire beaucoup de choses dans le parc. J'aime le parc Sokolniki parce que c'est beau. Voilà, ensuite. Oui, j'aime jouer à des jeux de société. Quel jeu j'aime? J'aime jouer au Uno, j'aime jouer au Dixit, j'aime jouer au Crocodile. Ensuite? Vous aimez, окончание, еще раз. Normalement, j'aime jouer avec des amis et des collègues. Et souvent, je joue avec des élèves. Voilà. Oui, j'adore gagner. Je pense que gagner, c'est très, très important de gagner, en fait. Bien, super. On y va. On continue le travail. Посмотрите, пожалуйста, продолжаем с диалогом. И прежде у нас будет небольшой грамматический блок, потому что очень много интересного есть. Сейчас, когда вы говорили с друг другом, это еще более актуально показалось. Посмотрите, какие вопросы у вас сначала по диалогу, и потом уже, исходя из этого, может быть, что-то добавим. По конструкциям что-то непонятно. Oui? Ну, смотрите, вы как-то два звука назвали. Нужно контекст какой-то, фразу прочесть. Хотя бы сначала смысловой вот этой единицы. У кого есть вопросы, думайте, пока вот, есть. Вот, это фраза Стефании, вот она сразу вторая. И вот там идет «дикахт» и «диди». А, «дд»? Ну, во-первых, на видео это есть. «Д». Что это? Кости. С картами и с костями. Это слово в словаре. Словарем можно пользоваться, в принципе, когда вы готовитесь. Дальше. У вас видео, но без артикля, а в тексте... Потому что так будет корректнее с артиклем. Потому что всегда, когда у нас пропущено какое-то слово, можно сказать просто «uno» как название, но вообще французы сделают как бы «le je uno». Слово «je» пропустят, и останется «le uno». Voilà. И точно так же, например, ну даже в каком ты живешь квартале, в округе, в Париже, например, могут сказать dans le, например, douzième arrondissement, слово arrondissement это округ, а потом могут сказать dans le douzième. И le будет уже относиться просто к douzième, мужского рода, хотя слово arrondissement нет. Дальше. Все, вопросов нет? Кон. Да, ну рукав тут ни при чем. Кон. Именно в данном случае, как кон, в правилах игры, когда мы будем играть, например, в Уна, так и назовем. Сколько раз вот повторяется игра. Анко, еще был у кого-то вопрос? Все, больше нет? Au milieu de la table? Так, ну все фразы я не буду переводить, к сожалению. Это значит поставить карту посреди стола. Все переводить не буду. Если что-то непонятно именно по грамматике, лучше задавайте эти вопросы. Потому что мы, если вы не подготовились, то мы не сможем весь вот прям диалог проверить. Это лишит нас какой-то части занятия, которая была бы более эффективна. Bon, super, on y va. On va d'abord faire attention à des moments intéressants. На несколько моментов определим... Поопределим. Обратим внимание. Tout d'abord, la différence entre le verbe connaître et savoir. Какая разница между connaître et savoir?
Очень много вариантов, я думаю, что из них очень много тоже правильно, все не услышала. Но смотрите, во-первых, savoir – это уметь. Самое легкое значение именно в контексте connaître. Вот в таком случае мы никогда, нам не придет просто в голову connaître употребить. Это здорово. После savoir идет инфинитив. Я умею танцевать. Je sais danser. Я умею готовить. Cuisiner. Goûter – это уже наоборот, есть, пробовать. Voilà, то есть это понятно. Далее, значение знать именно, когда мы переводим знать, у нас могут быть проблемы. Savoir используется знать, и дальше идут придаточные. Je sais que il est venu. Я знаю, что он пришел. Je sais quand tu dois venir. Я знаю, когда ты должен прийти. Je sais pourquoi il est parti. Я знаю, почему он ушел. Вот когда придаточные. Дальше можно использовать глагол savoir в значении что-то выучить наизусть. Je sais ma leçon. Я выучил, знаю мой урок. Понятно? А connaître переводится как быть знакомым с чем-то. И там зачастую идут прямые дополнения. Например, je connais ce parc. Я знаю этот парк. Je connais cette personne. Я знаю этого человека. Je connais cette chanson. Я знаю эту песню. Понятно? Наташа, что-то забыла? Ну, еще je connais Paris. Это значит, что я там был. Да, «Je connais Paris». И да, у нас был такой учитель интересный в университете, когда мы говорили про что-то, «А, oui, je connais», он всегда спрашивал персонельмон, почему-то это его очень забавляло, особенно если мы говорили, там, например, «Байден», да, там какой-то политический деятель далеко, он говорит персонельмон. Ну, в общем, не всегда, кстати, «Je connais Paris», просто слышал об этом, когда, например, ну, какая-то столица, Абиджан, какой-то город большой в какой-то стране, а oui, je connais Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, par exemple, да, в Côte d'Ivoire, и так далее. То есть это бывает такое. Mais bien, maintenant Nathalie va faire avec vous un exercice. Наталья сейчас с вами сделает упражнение на эту тему. Je vous dis la deuxième partie de la phrase, et au début, vous dites je sais ou je connais. Я вам говорю вторую часть фразы, а в начале вы говорите «je sais» ou «je connais». Il faut prononcer toute la phrase. Вы произносите всю фразу. Par exemple, le uno, «je sais» ou «je connais». Ага, et toute la phrase. Très bien, parfait, bravo. Les règles du jeu. Les deux sont possibles. Je connais les règles du jeu. Je sais les règles du jeu. Значит, я их выучу. Très bien. Qu'il n'a pas gagné. Très bien. Je sais qu'il n'a pas gagné. Jouer au Uno. Je sais jouer au Uno. Très bien. Que le Uno, c'est un jeu de société. Très bien, je sais que le Uno, c'est un jeu de société. Combien de personnes peuvent jouer? Très bien, très bien. Les mathématiques. Je connais les mathématiques. Est-ce que vous connaissez les mathématiques? Que c'est intéressant. Je sais que c'est intéressant. Le numéro de la carte. Je connais le numéro de la carte. Je sais le numéro de la carte, pas tellement. Que ce n'est pas compliqué. Oui, je sais que ce n'est pas compliqué. L'objectif du jeu. Je sais l'objectif du jeu ou je connais l'objectif du jeu. Je sais. Il y a quelqu'un qui connaît? Je connais, il y a quelqu'un qui connaît. Alors, les deux, je connais l'objectif du jeu ou je sais, значит, я выучил задачи игры. Pourquoi le jeu s'appelle le Uno? Je sais pourquoi le jeu s'appelle le Uno. Merci, bravo. Bon, génial. Et on va continuer maintenant encore avec la grammaire. Обратите внимание на употребление артиклей. В некоторых случаях нет артиклей. В каких? Посмотрите на текст. Sans des. Voilà.
Запоминайте, с son, дальше когда-то что-то идет, вы не употребляете артиклей. Например, sans dé – это без костей. Без карт? Sans carte – без правил? Sans règle, etc. То есть это достаточно понятно. Дальше еще какое правило? Где? Combien de personnes? Ну, в принципе, в combien de personnes там как бы артикль есть, он называется артикль 0. Почему так? Потому что у вас есть combien de, сколько чего-то, то есть это как у нас падеж выражается. И дальше идет количество человек, неизвестное, неконкретное. Если неконкретное множественное число, бывает артикль, ставят артикль de. И если бы все было по правилам и логично, было бы combien de des personnes. Но французы экономят свое время. Combien de des personnes слишком странно для них звучит. И в таких случаях, когда у нас предлог de и дальше de, de la, del, du, etc., все вот эти вот партитивные или множественное число неопределенные, они решили артикли не ставить, а оставить только предлог de. Voilà. Ensuite, pour enfant, вот к этому я как раз таки шла. Смотрите, предлог pour и дальше что-то. Это может служить характеристикой, описанием чего-то. Например, вы приходите в магазин, и там будет что-то для женщин или для детей, магазин, отдел. И когда вот это как прилагательное служит, например, детская игра, женская одежда, etc., артикль тоже не ставится. Тут как взрослых, для взрослых, взрослая игра и детская игра, можно так перевести. Pour enfant et pour adulte. И, наверное, в рекламах тоже слышали, особенно парфюм, иногда французский текст так рассказывает. Pour femme, pour homme. Мужской, женский, по-другому. Не говорят féminin, masculin. Как-то вот привычка так сложилась, узус. Дальше, в принципе, все. D'accord? И еще одна интересная тема, это местоимение on. Видео на платформу я разместила, думаю, что не все посмотрели. Какие три употребления on у нас есть? В значении мы, все и кто-то. Чаще всего используется в каком случае? Мы. Потому что мы о себе очень часто говорим, давай пойдем куда-нибудь, давай споем, давай поедим, и т.д. и т.д. Смотрите, что мы сейчас будем с вами делать. Я вам говорю предложение с ну, а вы трансформируете в он, повторяя всю фразу. Тут будет сложно с глаголами третьей группы. Именно поэтому французы выбирают говорить он, потому что форма ну отличается от формы третьего лица единственного числа, и она зачастую сложнее. Опять же, сложности мы не любим. Bien, on y va. Nous distribuons les cartes. Громче, четче. Четкость – ваше второе имя, конечно. Давайте еще раз. On distribue les cartes. Nous jouons au Uno. Au Uno. Jouer à, дальше le Uno, и получается on joue au Uno. Répétez. On joue au Uno. Nous pensons au jeu. On pense au jeu. Не ленитесь, все повторяйте. On pense au jeu, s'il vous plaît. Ensuite, nous pouvons jouer. On peut jouer. Nous savons jouer. Voilà. Nous posons la première carte. On pose la première carte. Super. Super. Nous allons au parc. On va au parc. Mm-hmm. Вы пободрее, а то мы на секту похожи. То есть вы такие как-то без энтузиазма. Ensuite. Nous venons ensemble. On vient ensemble. Voilà. И последнее. Nous débarrassons de toutes les cartes. Еще раз, on se débarrasse de toutes les cartes. On se débarrasse de toutes les cartes. Было ну-ну, стало on se. Voilà, третье лицо, единственное число. И смотрите, две разницы. Nous pouvons jouer et nous savons jouer. Чувствуете? Pouvoir – это значит физическая возможность. То есть, например, обычно у меня в этот вечер что-то намечается, например, спорт. А в этот раз могу прийти и играть, то есть не занята. Или, например, глаза болят, карты не вижу, а сегодня могу играть. То есть физически, опять же. А savoir – это уметь. Voilà. Super. On y va. Maintenant, on passe au dialogue. Теперь переходим на диалог. Vous travaillez encore une fois à deux. Вдвоем вы читаете этот диалог с хорошей интонацией.
каждый читает каждую роль. То есть первый раз кто-то Вероник, кто-то Стеф, а потом меняетесь ролями. Ализи. Bon, on y va. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Кто-то уже, может быть, повторил, кто был на предыдущих уроках, диалоги, которые были 2-3 недели назад. Были такие? Попробуйте, вот, потому что вы увидите, сейчас вам трудно, очень много нового материала с точки зрения чтения, и грамматики, и лексики. Но, например, вы сегодня этот диалог увидели, я вам рекомендую еще с ним поработать, и поработать с ним через несколько, вот, 2-3 недели. Вы увидите, какой результат будет. Потому что сейчас вы, конечно же, все не запомните. Но есть над чем поработать. Давайте повторим еще раз лексику. Не смотрите никуда. Я вас спрашиваю слова, а вы вспоминаете. Если это существительное, прошу сказать с артиклем. D'accord? Super. Alors, Кости. Super. Карточная игра. Un jeu de cartes. Voilà. Опять же, обратите внимание, de carte, там как бы нет артикля, это артикль zero, потому что карты бывают разные, и как бы un jeu de, чего игра, и de carte, и получилось un jeu de carte, как бы артикля не случилось. Дальше, без костей. Это для детей? Начиная с 7 лет. Еще раз. Voilà. Забавно. Amusant. Все. Супер. Каждому человеку. Положить, поставить. Посередине стола. Ну тогда. Супер. Тот же самый цвет. Еще раз артикль. La même couleur. Тот же самый номер. Le même numéro. Избавиться от чего-то. От. Se débarrasser de. Con. La manche. Итог. En total. Super. Баллы. Point. Математика. Еще раз. Множественное число. Super. Еще раз. Объяснять. Единственная карта. Кричать. Пытаться. И проигрывать. Perdre. И сейчас повторим глагол se débarrasser de toutes les cartes. Давайте проспрягаем. Я избавляюсь от всех карт. 3-4. Ты. Он. Мы. Вас становится все меньше и меньше. Еще раз. Мы. Вы. Они. Теперь друг другу, вдвоем, проспрягайте глагол. Сначала один, кто посильнее, спрягает глагол в отрицании, потом второй повторяет. И окончания важны, и отрицания в правильном месте. Давайте первую все-таки фразу «je» в отрицание скажем. Как сказать, что я не избавляюсь от всех карт? Да, то есть «je» дальше «ne» «me débarrasse pas de toutes les cartes». Супер, прочтите друг другу. Il ne se débarrasse pas. И смотрите, я думаю, что сложно было многим. Именно поэтому возвратные глаголы, и не только они, показывают нам, почему у нас иногда в отрицании, не иногда, очень часто «ne» опускается. Je me débarrasse pas de toutes les cartes. И почему мы не говорим «nous débarrassons pas de toutes les cartes». Это не только нам сложно, потому что мы не очень хорошо владеем французским, это сложно и самим французам. Как и нам, например, какие-то сложные фразы по-русски произносить.
Поэтому это, во-первых, объясняет, почему вместо ну мы говорим о, а во-вторых, почему ну опускается. То есть слишком длинные фразы такие получаются. Можете потом потренироваться ту же самую фразу сказать без ну. Je me débarrasse pas de toutes les cartes, tu te débarrasses pas de toutes les cartes. В отрицании ну опускается. C'est clair? Alors, on y va. Ensuite, небольшая такая тема. Глагол jouer. Как переводится? Играть. Как сказать играть в карты? Jouer au cart. Как сказать играть на гитаре? Еще раз. Играть во что-то – это а. Jouer à. Au football. Давайте, в баскетбол. Jouer. В волейбол. Jouer au volleyball. И так далее. А играть на каком-то инструменте, как и в русском, это по-другому. Это de. Играть на гитаре. На скрипке. Du violon. Играть на пианино. Du piano. Играть на саксофоне. Du saxophon. Voilà. Это первое. Просто разграничим. Мы сегодня будем работать над частью jouer à. Что важно? Мы не часто говорим «я играю в игру», «когда я играю в игру». То есть мы заменяем на «я в это играю». Правильно? Не каждый раз мы будем повторять слово «игра». И здесь в диалоге вы это видели. В каких случаях? On peut и jouer. Вообще не только с глаголом jouer, а везде, где у нас дополнение с предлогом «а», мы можем, чтобы не повторяться, заменить это на местоимение «и» и поставить его перед глаголом, к которому относится вот это местоимение. Je peux и jouer. Je sais и jouer. С данным глаголом jouer, но это может быть точно так же и с глаголом «идти». Je vais au parc. Я туда хожу. J'y vais. Это понятно? То есть у нас местоимение «и» заменяет что-то, место, где, куда, вот мы отвечаем на вопрос, и то, что было с предлогом «а», например, в данном случае «играть во что-то». Сейчас Наташа с вами сделает еще одно упражнение именно на это. Je vous dis une phrase, et vous dites la même chose, mais avec. Во множественном числе и «все débarrasse», вы говорите то же самое, но не повторяете. Мы прочитали это. Tu joues au Uno. Tu y joues, exactement. Nous pensons aux règles du jeu. Nous y pensons. Je vais au centre-ville. J'y vais. Ma sœur ne joue pas au cartes. N'y joue pas. Ma sœur n'y joue pas. Exactement. Est-ce que tu penses aux couleurs des cartes? Est-ce que tu y penses? Exact. Je ne vais pas à ce match. Oui, bravo. Je n'y vais pas. C'est tout? Ah bon, c'est génial. Et là, attendez, voilà, j'ai besoin de 4 personnes. 4 человека, которые в себе уверены, которые хорошо читают, вот, которые не боятся критики. Один человек, еще 3, 2, идите, 3, и 4. Просто читать, да, ну хорошо, я прям буду вообще зверствовать. Давайте. Так, можно микрофоны, Тоня и Вера? Наташа. Первые читаем, держите, он работает. И вот второй. Наташа, позади себя. Так, первые 2 человека читают у нас то, что на первой страничке. Встаньте как-то поближе вы друг с другом. Так, можно вы рядом? Вот с микрофоном. Да, вот так. Спасибо. Значит, вы будете Вероника, а вы Стеф. Вуаля, Ализи, я прямо останавливаюсь в первой строчке, если что-то не так. Вы стараетесь. Конечно. Супер. Tu veux jouer avec nous? Tu connais le Uno? Super. Tu connais le Uno? Super. Еще раз всю фразу. Tu veux jouer avec nous? Tu connais le Uno? Le Uno? Je pense que oui. Il y a des cartes et des dés. Non, c'est un jeu de cartes, mais sans dés. Combien de personnes peuvent y jouer? Entre 2 et 10 personnes. C'est pour enfants?
trois femmes étaient deux. On peut jouer à partir de ces ans. Sept ans. De sept ans. C'est intéressant et amusant pour tout le monde. Comment on y joue? Je vais distribuer ces cartes à chaque personne. Puis je vais poser une carte au milieu de la table. Chaque carte a une couleur et un numéro de 0 à 9. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Tu vas devoir poser une carte qui a la même couleur et ou le même numéro de ma carte. Que ma carte. Super. Супер, не останавливайся, подождите. Что-то заметили? Давайте вместе подумаем. Что можно было бы исправить? Хорошо, в принципе, читали. Ошибок особенных не было вообще. То есть иногда вообще другие слова читают. У вас все хорошо. Алёга, это как моя подружка. Я вроде на немецком говорю хорошо. Она мне один раз сказала, ну я тебя понимаю. А я вообще думала, что я как носитель разговариваю. То есть так себе комплимент. Бьян, что можно исправить? Да, во-первых, союз... «э», который переводится в русском как «и», там никогда никакие связки не бывают. То есть зачеркивайте себе, забывайте об этом. Ensuite. «Э amusant», voilà. Дальше. Ну что не то, почему вот не как француженка читала? «Personne», рублено. То есть то, что рублено, как я вам и говорила, мы исправляем это упражнением, когда вот так вытягиваем, уже будет лучше. Потому что когда рублено, это славянские языки. Персон сейчас скажу. Далее персон, еще какие-то слова у нас есть, где очень четкая «н». Поднимаете язык вверх, там, где зубы и небо встречаются, и просто говорите «н». Он даже должен немножко быть виден. «Н». Персон. Да, если вот по-русски, он немножко вверх поднимается. «Н». Персон. И он еще такой толстый. «Н». Да, например, у нас вагон. Вагон, он такой большой, да? А вы персонно. Если бы я по-русски сказала слово, точнее, по-французски русское слово «вагон» сказала, было бы «вагонно». «Вагонно», voilà. Дальше. Что? Voilà. Но это уже скорее правило чтения. Когда у нас есть прилагательное, числительное «dis» и «sis». Если после него что-то есть, мы на это уже реагируем. Если после него, вот этого «ди» и «сис», «дис» и «сис», есть слово, которое начинается с гласной, то читается как «з». «Дис enfants», «сис enfants». Если дальше слово, начинающееся с согласным, то читается вообще как «ди» и «си». «Ди персона», «си персона». Это надо запомнить. Точно так же у нас есть «ви», «вит». «Ви персона», «вит enfants». Так правильно будет читаться. Дальше. Ну, я по звукам. Во-первых, «в». Вот вы не замечаете, но очень часто. Давайте прочитаем с вами. «Tu veux jouer avec nous?» «Tu veux jouer avec nous?» Вот это «v». То есть не совсем. У некоторых «v» вообще какое-то такое, на, даже не могу сказать, на что похоже. Чтобы было настоящее «v», нужно, чтобы губа вот так за зубы зацепилась. «V». «Tu veux jouer avec nous?» Tu veux jouer avec nous? Tu veux. Tu veux. И je vais poser une carte. Je vais poser une carte. То есть вот это движение должно быть достаточно резкое. Дальше. Везде, где было «ю», оно немножко было вот позади. Этот звук передний, это значит в первой части лица «ю». Язык должен быть впереди. Касаться зубов снизу. «Ю». И вы можете это проконтролировать. Например, произнося «ю», немножко внизу, по дну как бы рта, оттягивать язык назад. И вот у вас где-то на середине он. Вроде бы не совсем «у», но и не «ю». «Le uno». И еще было «distribue». Еще раз. Не «бью», а «бю». «Distribue». Voilà. То есть «ю» округленный, и потом нужно на «э» вытянуть вот так вот губы. «Бюэ» – это сложно, «дистрибюэ». Так, дальше. Везде, где «э» стоит без каких-либо знаков, вот «д» и так далее, чаще всего это «э» читается. Наша задача именно округлить губы. «Э», «д», «а партир де», «а партир», «а партир де». Voilà, супер. Дальше давайте прочтем. Вы теперь, да, вдвоем? Передавайте микрофоны. Берите.
Да, переворачивать страничку. Вы Вероник. Вы Вероника, начинайте. А, pardon. Tu dois te débarrasser de toutes les cartes. Je gagne si je me débarrasse de toutes les cartes. Tu gagnes la manche. Pour gagner le jeu, on fait plusieurs manches et on compte le point. Нет, давайте с интонацией поработаем, потому что нет смысла в том, что вы читаете. У вас первая была фраза как вопрос, хотя это был не вопрос, а теперь непонятно. И окончание. Débarrasser, например, gagner, наоборот, читается окончание, а on compte не читается. Всю фразу перечитывайте. Tu gagnes la manche. Tu gagnes la manche, pour gagner le jeu, on fait plusieurs manches et compte les points. Угу. И конец. Le joueur qui a un total de 500 points gagne. Да, ну смысла нет в интонации, вам прям трудно читать. Alors, allez-y. Ну, c'est pas compliqué, tu vas voir. On va jouer et je vais t'expliquer les règles pendant le jeu encore une fois. D'accord, mais pourquoi le jeu s'appelle Uno? Parce que si tu as une seule carte dans le jeu, tu dois créer Uno. Ah bon, on va essayer, mais je n'aime pas perdre. Voilà, но здесь правила чтения. То есть сейчас вы можете открыть YouTube, вы можете открыть любой сайт, кучу подкастов и так далее. Вот все вот эти диалоги, они начитаны и прочитаны. То есть вы можете сравнивать себя, это невероятная возможность. Так что над правилами чтения мы с вами не будем работать. А вот именно с тем, что вы рубите, какие-то звуки не так произносите, вот с этим уже можно работать. Но тут пока вы хорошо читали, и интонация была хорошая. Вам нужно просто правила чтения, вы учите быстрее читать. Voilà, super, merci beaucoup, похлопаем. Alors, voilà. Merci. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va continuer avec des questions. У нас вопросы по диалогу. Как я вам уже говорила много раз, вы можете задавать любые вопросы по этому диалогу. Я сделала самые легкие. И, кстати, тут есть что исправить. Второй вопрос. Как нужно исправить? De quoi? Voilà. De quoi il parle? И дальше я о каком-то Кристофе думала, но это у нас... Стеф, исправьте, пожалуйста. Voilà. И все. Что еще я заметила, пока слушала? Глагол «играть» как произносится? Главное «э» произносите. Вот «жуе» такого нет. Далее глагол «эссее». Что это значит? Пытаться, пробовать. И, например, если вы во Франции увидите, это тоже «мерить». Вы увидите, что в магазинах называется «лекабина». Десияж, voilà. Есть небольшой нюанс по поводу этого глагола. Какой? Спряжение. Как спрягается? Два варианта. Вот знаете, что такое башмак? Вот это формы je, tu, il и il множественное число можем ввести и получится башмак. Вот то, что в башмаке, может двумя вариантами читаться и писаться. А и y так и оставляем, тогда будет я пытаюсь... Да, j'essaye, то есть будет основа essay. J'essaye, tu essay, il essay, ils essay. И nous essayons, vous essayez. А если вам захочется, можно заменить y в этом же башмаке на i. И получится j'essaie. J'essaie, tu essay, il essay, ils essay. Nous essayons, vous essayez, без вариантов. Вот такая вот небольшая особенность глаголов, у которых в основе «а» и «y». То же самое «payer», «balayer», etc. «Мести» и так далее. Вот там, где «а» и «y». D'accord? Super! Bien! Давайте продолжим дальше. И теперь ваша любимая тема всех времен и народов – это «les nombres». Voilà. Все любят считать, особенно считать по-французски. И правильно вы делаете. Давайте мы сейчас отступим от всех клише, которые навешали на французский счет.
По-французски считать очень легко. Вот по-немецки сложно. Еще по каким-то на других языках тоже сложно. По-французски легко. По сути, вам нужно выучить 23 числа от 1 до 16, правильно? 17, 18, 19 вам нужно запомнить только принцип. Дальше 20. Ну, можно запомнить еще принцип, что 20 и 1, 30 и 1. Вы способны на это? Супер. 30, 40, 50, 60. Еще 4. Дальше 60 и 10, 4 по 20 и 4 по 20. И дальше считаем 10, 11, 12. Вот, то есть 5 принципов, 6 принципов. Нужно быть совсем-совсем ленивым, чтобы не выучить их, правильно? Ну, то есть говорить об этом долго, что это очень сложно, рассказывать кому-то легенды, которые передадут своим детям, внукам и так далее, ну, стыдно. Мы же о себе лучшего мнения. Так что сейчас мы посчитаем от 1 до 100, чтобы повторить. Потом Наталья с вами сделает пару активите, и дальше мы будем играть в лото и еще раз повторять это все. И забудем об этом. Вуаля, давайте от 1 до 100. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, громче. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Громче. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не умирайте, вам еще 70 чисел называть. 30. Так, 30. 31. 44. 50, 60, 70, 68, 69, 70, 10. Quatorze, quinze, seize, soixante-dix-sept, soixante-dix-huit, soixante-dix-neuf, quatre-vingt, cinq, dix, quatre-vingt-seize, quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-dix-neuf, cent. Супер! И maintenant, Nathalie va faire deux activités. Oui? Да, очень быстро, на скорость. 5 плюс 19, ça fait... Vingt-quatre плюс neuf, ça fait... Trente-trois, c'est bien. Trente-trois moins quatre, ça fait... Vingt-neuf, exact. Vingt-neuf plus vingt, ça fait... Ну, тут надо урок математики. Quarante-neuf plus dix-neuf, ça fait... 68, bravo. 68 plus 9, ça fait 77, bravo. 77 moins 8, ça fait 69, c'est très bien. C'est parti, est plus fort. 69 plus 18, ça fait... 69 plus 18, ça fait
87. Bravo les filles, oui c'est bien. 87 plus 7, ça fait 94, exact. Et 94 moins 5, ça fait 89. Bravo. Les devinettes, j'ai 3 devinettes. Je suis un chiffre. Je ne suis pas vieux. Je ne dépasse pas 10. Dépasser est prévu. Qui suis-je? Je suis un chiffre, je ne suis pas vieux, je ne dépasse pas 10. Меньше 10, не превышаю 10. Qui suis-je? Je ne suis pas vieux. Не старый. Я не старый, я однозначный и не превышаю 10. Что это за цифра от 1 до 9? Je ne suis pas vieux. Я не старый вообще. Neuf. Bien sûr. Neuf, c'est le synonyme de nouveau. J'ai un micro qui est neuf. Новый микрофон и еще цифра. Deuxième. Je suis un chiffre et une préposition. Préposition est un предлог. Такого нет предлога. Un. C'est deux, bravo, super. А сейчас очень трудно, но это вам надо, может быть. Месяцы, les mois. Certains mois ont 30 jours. C'est clair? Certains mois ont 31 jours. Logique. Combien de mois ont 28 jours? Ah ben 12, c'est parti. Merci, bravo. Super. Alors, et on y va, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer au loto. Qui a déjà joué au loto? Есть таких, кто играл в лото? Super, super, génial. Посмотрите, пожалуйста, у вас есть deux grilles, последняя часть. Есть две вот эти вот клетчатые штучки. Они называются grilles. Обычно они выдаются на таких картон, вот такие из картона штук. Мы должны сами вписать туда сколько чисел? 15. И в определенном порядке. Вот первые три, первый столбик, там могут размещаться числа от 1 до 9, потом от 10 до 19, от 20 до 29 и так по порядку. Максимальное число 90. Вот 91, 92 и так далее нет. То есть в последней колонке вы можете 90 написать. C'est clair? Кто хочет маффины? Первый человек, который выиграет, получит первый маффин. Одну карточку должны полностью заполнить. Второй маффин и третий. Три призовых места. Жара. Заполняйте. Bon, on y va, on va commencer. Нам нужен ассистент первый. Кто готов помогать вытягивать бочонки? Они называются des tonneaux en bois, бочонки из дерева. Du sac, из этой du sac rouge. Наталья даст микрофон, и ваша задача будет 10 бочоночков вытянуть. Все, кто слышит число, зачеркивают у себя в карточке. Первый, который закроет 15 чисел, то есть все числа в одной карточке, выигрывает. C'est clair? Voilà, кто у нас первый ассистент? Voilà, allez-y. Так, bon, on commence. Слушаем внимательно. У всех, у кого 42. Voilà, зачеркивают. Супер. 69 это не 68, это 69. Супер. Причем несколько человек одновременно сказали 68. 58. 23.
Настя, мы выигрываем. Маффин уже ждет. 47. 47. Сез. Де. Еще один ассистент, следующий. Два week было последнее число. Не стесняйтесь повторять числа. Вода, вынеси, гупляй. У нас просто одни и те же лица. Quatre-vingt-trois, vingt-sept, dix-huit, quatre-vingt-cinq. Soixante, vingt-six, vingt-neuf. Vingt-neuf, quatre-vingt-sept, quatre-vingt-sept, trente-six. Voilà, et следующий ассистент. Число называется, как приятно. Voilà, super. Quatre-vingt-dix. Voilà. Oui, 90. Sept. Trente-quatre. Soixante-sept, quarante et un, soixante-cinq, soixante-dix-huit. Первый маффин ушел. Не плачьте, еще есть два маффина. Контроль, контроль. Можно давать. Да, я. Молодцы. Quatre-vingt-quatorze. Браво! Еще один ассистент. Алиси. Quatre-vingt-huit было. Дизнер?
32. 51. Что такое? Все сами. Voilà, еще один человек. Хотите? Нет, да? Ну, в следующий раз. Алло, кто-нибудь? Угу, Алези. 66. Что это такое? 66. 76. Нет. Trente-huit. Soixante-douze. Ah, soixante-et-onze. Поближе, пожалуйста, микрофон, чтобы слышали вас. Soixante-dix. Второго места нет, маффин ждет, черствеет. 72. 21. 49. Второе место? Уи, похлопаем. Слушайте, один маффин остался. Так, поймаете? Нет, нет, спорта два часа. Voilà. 50. Сэнк. Второй маффин? Все, держите. Мы бон, ça va. Je suis désolée. Plus de маффин. У нас больше нет маффинов. Как, запомнили лучшие числа? Да. Да, особенно вот шоколад. Поедите еще, зарядитесь с энергией. Смотрите, цифры вы повторяете, диалоги повторяете. Посмотрите в интернете YouTube, да, можете найти любую игру, которая вам нравится. Мафия. Берете и просто забиваете. Как играть в мафию? Как это по-французски будет? Comment jouer? Exactement. Au mafia. Au jeu, mafia. Ну, это, кстати, мафия по-французски по-другому называется. Loup et garou. Loup et garou. Это как волки и оборотни. Ну, то есть, но большинство диктит и так далее так называется. Bien. Новые слова.
Как всегда, вы в конце, вот у вас есть место на листочке, записывайте те слова, которые вам больше всех понравились. Например, какие? Se débarrasser, voilà, еще. La manche. Essayer, voilà. И так далее. Вот вам они понравились, они будут обязательно когда-то употреблены. Например, когда вы играете в игру, distribuer, de, это вот то, что полезно. De-de. Дальше те слова, которые очень сложные конструкции, вы также их записываете. Но не все переписываете, а там, не знаю, выбираете 2-3 конструкции, потому что они и так уже сложные, и вы концентрируетесь именно на них. А дальше вы будете, когда повторять и увидите эти конструкции, больше шансов, что вы их запомните. C'est clair? Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. Voilà. Je vous attends la semaine prochaine, dans une semaine. Voilà. On va discuter quelque chose, je ne sais pas plus. У нас на следующей неделе новое занятие, но я тему не помню. Но в это же время будем вас ждать. Au revoir!